дні рождення у мене. Вже скільки. Третій місяць, так? Зачем я так придумав? Вообще, чесно говоря, я мечтал со второго класса выйти на пенсию. Вот спроси меня во втором классе, вот какая мечта у тебя? Все там космонавты. Кстати, с праздником, мои дорогие друзья. А я даже не мечтал о космонавтике. Я сразу думал, пенсия – это такая хорошая штука. На работу ходить не надо, на учебу ходить не надо. Деньги платят. Хочешь рыбалка, хочешь кино. Ну что еще вообще? И, ну, государство всячески пыталось оттянуть. Это радостное событие, исполнение моей мечты, но я успел. Соседской квартиры и счастье чужого фантом. Там были нарядные подарки. Картошка казалась вкусней и пахла от краски и сварки. Началом всей жизни путей в гостинице тихой районной с утра выпивая коньяк. Он смотрит в окно пенсионка и думает, что-то не так. А берег уходит и тает в тумане, почти что не видно причала. Как время проходит и меньше все манит, когда-то начать все сначала. О чем размышляет мужчина, которому за 60, а тех, кто забыт без причин, а тех, что его не простят, а женщин, кротких и верных, живущих с другими давно, еще размышляет, наверное, о том, что понять не дано. Как берег уходит, тает в тумане, почти что не видно причала. Время проходит и меньше все манит, когда-то начать все сначала. О чем размышляет мужчина, которому за 50, о том, что еще не кончина, но без толку жить для себя. О детях, плывущих отдельно, которые просят не пить, в которых влюблен безраздельно. И может ли это вредить? О том, что уже все плохое, война и лихие года закончились, только покоя не будет в душе никогда. О вечном спасении пасхальном, рецептах продления дней, и что с потеплением глобальным оттают сердца у людей. Но берег приходит, но берег уходит и манится дальше, почти что не видно причала. Как время проходит и меньше все манит, когда-то начать все сначала. Сегодня вспомнить родителей и следующая песня про маму.
прощается легко. Одна в осеннем городе скучает мама, и этот город расположен далеко. И мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда. А когда-то мальчик был обеспокоен, если только мама покидала дом, и, уткнувшись взглядом в пальмы на обоях, ел горбушку хлеба с сахаром и песком, и ждал, когда в подъезде ржавая пружина скрипнет, возвращая ласку и покой. А у нее работа, а потом дружина, и под вечер с полной сумкой домой. Как две заботливые птицы, эти руки нас успевали защитить и пожалеть. А мы смотрели с братом только на зарубки, на косяки дверном, мечтая повзрослеть. И дождь гледней капал, и земля парила, и как в войну мы продолжали в жизнь играть. И все, что раньше мама нам не говорила, мы начинаем только-только понимать. Почему так много было кукурузы? Почему в апреле запахи острей? Почему зимой хочется арбуза? А вообще-то было все как у людей. И другие вещи запах новеньких сандалий, и в кульке за рубль 10 королей. И в шариковой ручке радостный Гагарин, так ничто не может радовать теперь. Ну раз в году хотя бы, кажется, так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мама понимает, не тревожит нас. И ждут и врут опять немножечко соседям, похлебывает тот же ягодный кисель. Кто, может быть, на Новый год домой приедет, а нас несет опять за 3-9 земель. Но как с пластинки были, пляжный визг нам слышен, память наша пленкой рвется, как в кино. И как же мы бессильны, пирожка и сычный, возвратим ту радость детства своего. Но как же мы бессильны, пирожка и сычный, возвратим ту радость детства своего. Очень много казалось ему, мы неправды тогда говорили.
птице не сорваться, не закружиться, да мозги бы свои пробить, да молитвы читать научиться, чтоб отца и детей не забыть, жизнь и боль, вот и все, что имеет, от мыслей неверных и чувств, а вправду сказать не умею. Вот да, сколько еще научился. А вот правда сказать не умею. Вот сколько еще научился. Ну и надо сказать, очень много воспоминаний. Чем дальше уходишь от детства, тем больше детства вспоминаешь. Какого-то писателя спросили, а что вы думаете насчет рая? И он сказал, а рай у нас у всех был. Это детство. Просто нам не сказали об этом. Да даже бы если не сказали, мы бы не поверили. У нас был участок. 6 соток почему-то всем давали, я не знаю, как у вас же просторы. Сейчас вообще по гектар дают. Тут 6 соток. Ну, знаете, у соседа было 4 сотки. Ну, это совсем маленький. Что там? Хотели здесь копать. Ну, вот меня то копать, то положить. Как на галерах. А сейчас вспоминаешь, думаешь, вот где бы я еще этот чернозем на вкус попробовал. И это Томиндоза, уральская наливная, озимые всякие, ну, крыжовые. В общем, я написал песню, она называется «Дорога в сад». Ленин не Сталин, СССР.
СССР, галстука в цвет. СССР, люди из стали. СССР, их больше нет. Был отец водой холодной руки, от земли и пыль на закате, словно огурцы хрустели пальцы, воздух, как смородина, синел. И соседи сматывали шланги, и костры тушили ближе к ночи, и домой дорога покороче, мнилась мне малиновым дыму. СССР, руки рабочих. СССР, Брежнев старик. СССР, страницы Сочи. СССР, и спутник пик-пик. На пути обратно вдоль поселка, пахнущего печкой и брагой, слушал под баян проклён попавший я в тоске сенинский мотив. Горками березами и чурки у ворот лежали засыпая, словно черные белые огурки, и над ними плыл собачий лай. СССР, деды и лыжи. СССР, телек в кредит. СССР, юные мы же. СССР, и все впереди. СССР, Озеров Яшин. СССР, Шипр и Горбит. СССР, факел погашен. СССР, и Мишка песню для кинофильма «Территория». И, в общем-то, прочитав Олега Куваева, я был в восторге, но в большом затруднении, потому что непонятно было, как оценит это молодежь, когда все по-другому. И судьба подарила мне встречу с Вадимом Ивановичем Тумановым, как вы знаете, артельщик, золотодобычи, друг Высоцкого. И он очень много рассказывал, и в результате получилась песня, которая ему и посвящается. Всем живем, это родина, и не более.
из запада все белье, из востока и добрый взгляд, если с севера снег и лед, все выдерживает земля. Какие-то все старые песни. Сейчас появятся две песни, которые нигде пока не записаны. Но все равно никуда не деться от своего поколения, которое было воспитано на военных фильмах, на военных песнях. И до сих пор эти песни пишутся. Песня называется «Домой». Цистерны падал в окошко вагона, солнцем залитые поле люцерны чудилось парни в погонах. Он возвращался к тем, кто остались через потери и беды, под перестуки кованой стали в город свой после победы. Наконец-то домой смышлял он неспешно, слава Богу, живой. И все тот же, конечно, он франтовые 100 граммов поднимет. Близкие дали взгляда, близких своих долгожданно обнимет всех, и другого не надо. Может быть, это и силы давало все переждать не погоды, как же родные ему не хватало вас эти долгие годы. Наконец-то домой размышлял он неспешно, слава Богу, живой. И все тот же, конечно, в мире солдатские судьбы держатся все по штабному указу. Там разрешили домой возвращаться все, только не всем и не сразу. Тот, кто направо к себе в Подмосковье, жизни градивым причалом, а прямо в Манчжурию свежую кровь, словно война не кончалась. Кто направо? Прямо на битвы, кто вернется герой из-под лезвия бритвы. Щурясь от ветра летящих составов, будут стоять на перроне. Мама и папа, сутулясь уставы, братик и девушка Тони. Все поезда мимо них пронесутся, не возвращаясь обратно, так они никогда не дождутся мужа и сына и брата. И взглянув старшина похоронку заполнит, ведь война есть война. Жаль, не все это помнят, ведь война есть война. Жаль, не все это помню.
Как с руки кормим клубник сладкой вдвойне. Ах, как давно все это было, но до сих пор живут во мне. Огревшийся автобус львовский, пылящий поезд сквозь жилье, загар на плечах полоски и пальцы легкие ее. А черемха выехала, да, мы где-то далеко позади. И это летнее тепло навсегда тихим вздохом поселилось в груди. Куда мы ехали, забыли, мы были просто я и ты. И облака над нами плыли, как будто белые ты. И небо было голубое, и было ничего не жаль. Ведь сердце у китов большое, размером с маленький рояль. Клавиши, как вишни, стучат, и смыкают, что Господь напоет. Пальцы, капли круглые слепого дождя, сообщали нам о том, что нас ждет. И нам бы грешникам послушать, но комсомольские значки приколоты к нашим душам. Снимали дурачки, еще жило у нас ожидание, и вера взрослым голосам. Но в эти редкие свидания мы были ближе к небесам и крутились на катушке петлы, пахло мятой и свежей травой. Озера были ночью теплые, и мы плыли, как над бездной с тобой. На черемуха выехала, да, были где-то далеко позади. И это летнее тепло навсегда тихим вздохом поселилось в груди. Совсем забыл вам сказать. Там вот есть записки с коробочкой. Такая красивая. Кого-то, например, решает там смотреть. Ну, если у вас будут вопросы, жалобы, заявления, ну, пишите. Я вот это где-то так сказал, что жалобы, заявления, не спел песню. Хоть дорога, как стиральная доска, и посвятил ее губернатору. Больше мы там не выступаем. Западная Сибирь. Ходит
московский трактат, и никого на остановке нет красивее, чем она. Водит мой друг КамАЗ днем по стеклу баллон, а я все пишу про нас песню под Новый год. Служа узор плетет, праздника ждет страна, ждут мужики и ждет с мамой своей она. Она живет на берегу Дами, и от раскосы, от татарских глаз, в моем спине солнечном щеми, наверно, каждый раз, когда на утро в университет московский трактат, и никого в Сибирском крае нет красивее, чем она. А на неделе той снег полетит, как пух, вдруг принесет домой снег и кедровый дух. Свалятся мужики, будем галдеть и за старый год, за нас наговорили чей, и вдруг заведет КамАЗ, и мы поедем к ней. Она живет на берегу Дами, и от раскос от татарских глаз, в моем сплетении солнечном шли, наверно, каждый раз, когда на утро университет выходит на московский трактат, и никого в Сибирском крае нет красивее, чем она. Сократить. И за награду
дорогие друзья. Вообще, Кузбасс подарил мне очень много друзей, начиная еще с армии, с флота. И друзья остались в разных городах Кемеровской области, живут и в Кемерово. И до сих пор появляются новые друзья. И я думаю, переехать вообще. Квартиру не могу поменять, московскую, на Кемерово. Дорогие друзья, вот у меня вышел такой диск «Митяевские песни». Вышел четвертый уже, и теперь получился целый набор дисков. Здесь поют и всякие хорошие люди поют. Даже вот не знаешь кого. Сергей Трофимов, Иосиф Кобзон. Посмотрите. Не будем тратить на это время, потому что я хочу представить еще альбом Леонида Маргулина. Он у него один. Очень бодрее. Ну и, конечно, вот этот, что называется, всегда рассказывал эту историю, что одна женщина купила, когда их было два, сейчас их четыре, она говорит, два этих диска называются одинаково. МРЗ. Я, говорит, этот МРЗ поставила, думаю, не работает. Я говорю, гражданская, эти МРЗ надо же ставить в аппарат для МРЗ, в компьютер. Но зато тут, говорю, целых 200 песен на этих МРЗ, дальше 250, где-то так. Вот я так шутил, и в конце концов сам на это нарвался в каком-то городе, пошутил, и потом приходит записка. Спойте, пожалуйста, такую-то песню и подпись. Женщины за ЗО. Вот, я думаю, наверное, город, это завод какой-то секретный в городе. За ЗО. Оказалось, это женщины за 30. Есть еще женщины за ЧО. Сейчас все больше. Вот. Ну и потом, знаете, вот раньше тоже подходили какие-то вот эти женщины из АЗО, из АЧО, из автографа. Вот, а сейчас какие-то мордатые мужики подходят за автографа. Я говорю, ну вам-то это зачем? Говорю, ну вы же взрослые люди. Потом кто-то посмотрел, это ровесники, оказывается. Просто изменились уже. И, конечно, если кто-то подойдет за автографом после концерта, мы обязательно подпишем. И Леонид Маргулин, и даже Родион Марчин. Представители молодежи в нашем коллективе. Вот, и в конце первого отделения еще одна не новая песня. Уже я и не заметил, что конец мая.
что давно повесилась метель, слай, выпил с участком, смотрю лет, а лет.